Друзья, короткое включение. Шах и мат велосипедным ворам. Сейчас встретил мужчину, мы с ним немножко пообщались. Сейчас наш разговор включу с ним. Значит, он свой велосипед, это Кама, по-моему, так, старенькая, вообще не пристегивает уже 2 года, только на ночь. А вот днем, пока он работает в жилищном хозяйстве, да, обслуживает территории, он велосипед просто кладет, ставит, оставляет и вообще не боится. Так уже происходит ровно 2 года. Этот велосипед я вам тоже сейчас покажу. Старенькая такая Кама, крашеная, перекрашенная. И он очень смеялся, когда сразу понял, в чем дело, увидел мой велосипед, говорит: да, ты, наверное, трясешься над ним и боишься, переживаешь, а я нет, вот просто положил его и все, и пошел. Вернулся там через сколько надо времени, и он также лежит в таком же состоянии, то есть его даже ни у кого нету мысли взять, вообще никому он не нужен, этот велосипед. Так что вот так, велосипедные воры, шах и мат вам. А вы его не боитесь так оставлять, просто без присмотра? Старый велик это. Кому нужно это? А на ночь как вы его оставляете? Ночью замки поставлю. Замок? Да. А днем просто лежит? Я здесь близко смотрю. Ну, вот. Вы были, я видел, вот там, довольно далеко. И не боитесь оставлять? Где-то... Старый, кому нужно это велик? То есть вообще спокойно, и его ни разу никто не брал даже? Уже 2 года так я работаю. 2 года он у вас просто вот так? И все, все нормально? Только вечерком по замке. Спасибо огромное. А если такой, сразу возьмет. Старый велик, кому нужно?